Это наша спальная комната, детки будут здесь спать. Ну, здесь тоже был проведен капитальный ремонт, замена полов, стен, покраска стен. Заведующий детским садом рассказывает, какие работы проведены в помещении для открытия новой ясельной группы. Здесь будут спать самые маленькие воспитанники до 3 лет из семей, где маму пора отпустить на работу. Здесь они будут играть, а здесь раздеваться после прогулки. В детском саду номер 183 подготовка помещений на 25 детей уже практически завершена. Сегодня детские сады, в которых создаются новые ясельные группы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Здесь еще только начинается установка мебели. Интерьерные работы уже выполнены. Это детский сад номер 193. До середины ноября все обещают сделать. В новые помещения скоро придут 30 годовалых воспитанников. У нас есть действующая группа, и вот еще одна группа открывается. Две ясельные группы. В 201-м детском саду работы в самом разгаре. Подрядная организация выполняет отделку интерьера, чтобы уже в конце месяца сдать 2 помещения под ключ. Каждый будет рассчитан на 30 малышей. Пока департамент нам ставит задачу 25 на 25, но мы умещаемся 60 детей. Я еще раз повторюсь, потому что норма 2,5 квадратных метра на ребенка. И как раз эта группа 62 квадрата, предыдущая группа 57 квадратов, мы вполне по 30 детей можем закомплектовать. На финишной стадии и отделочной работы в детском саду номер 140 проводится монтаж потолочного покрытия, дверных и оконных проемов. В санузле необходимо завершить плиточные работы и установить этажерку на 30 горшков. Вся мебель, игрушки, все уже есть у нас. Это техника, все в наличии. А сколько здесь будет тоже группа? На сколько человек? Здесь на 30 человек, площадь позволяет. В этом году в Самаре будет открыто почти 1500 ясельных мест в детских садах. Таковы показатели национального проекта «Демография». Новогодние праздники самые маленькие самарцы встретят уже в своем первом коллективе. Есть показатели по национальному проекту «Демография», в том числе об открытии новых ясельных групп. В этом году мы проводим ремонтные работы в уже существующих детских садах и докомплектовываем ясельные группы. Больше 1400 ясельных мест. Но я думаю, все замечания будут устранены, и дети пойдут в хорошие, светлые, теплые, красивые помещения. Все работы выполняются в медицинских масках со строгим соблюдением санитарных норм, которые в дальнейшем будут только усилены. Все-таки здесь готовят места для детей самого нежного возраста, которые только еще встают на ноги, и от их здоровья сегодня зависит вся будущая жизнь. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События.